Добрый день, мои дорогие каражальцы, а также бывшие каражальцы и все, кто связан был с этим городом, Каражалом. Это чудесный маленький городок, в котором я вырос. У меня было очень много там друзей осталось, но, к сожалению, время распорядилось таким образом, что мы сейчас разъехались по всем уголкам нашей чудесной планеты Земля, и контакты потерялись, и поэтому к вам такая большая просьба. Может быть, кто-то из вас знает выпускников 1980 года, средней школы номер 3 и также средней школы номер 7. То есть я учился в 7-й школе, ну, знал и многих из 3-й школы. Естественно, мы общались друг с другом, вся молодежь, и поэтому мы друг друга прекрасно знали, например. Потом мы вместе учились с Володей Булкой, может, кто его знает, еще помнит. И если знаете, сообщите мне потом с Леднёвым Александром, потом с Уваровой Татьяной и многими-многими другими. Ну и Шумейко тоже отлично. Мы проводили время в Томске. Были очень интересные времена. Вместе учились там. Так что есть о чем нам вспомнить. И вот такой вот списочек я нашел на официальной страничке в интернете. И хотел бы вас попросить, мои дорогие каражальцы и также бывшие каражальцы, если кто-то знает этих людей, где они сегодня находятся, пожалуйста, свяжитесь со мной. Найдете мои все телефоны, адреса на моей страничке victorbali.de, и там можете потом написать мне имейл или же, например, через WhatsApp короткое сообщение, и я с удовольствием бы начал контактировать с моими бывшими одноклассниками. Итак, просьба такая, пожалуйста, напишите мне, найдите мои данные на моей страничке, если у вас есть желание, и таким образом поможете бывшему каражальцу найти своих бывших одноклассников и друзей. С вами был Виктор Балет. Заходите на мою страничку на YouTube, да, и я вас сердечно приглашаю. Пока-пока.